На семинаре прозвучали вопросы, связанные с новым порядком финансирования капитального ремонта многоквартирных домов. Тщательно разбирались во всех изменениях правил предоставления коммунальных услуг. На данный момент это одни из самых актуальных вопросов в коммунальной сфере. На семинаре коммунальщики в буквальном смысле изучали порядок образования тарифов для ресурсоснабжающих организаций. Семинар провела Ирина Маликова, один из лучших российских экспертов в коммунальной области. Такие семинары, я приезжаю уже в Ульяновск, не первый год, они являются актуальными для всех, кто работает в этой сфере. И, конечно, для тех граждан, которые вот посещают их, для того, чтобы понимать все изменения законодательства, которые сегодня происходят в жилищно-коммунальной сфере. Представители предприятия Ульяновского областного водоканала приняли активное участие в семинаре. В Димитровграде ведется серьезная работа в области ЖКХ. Водоканал активно сотрудничает в этом плане с городским руководством. Специалисты предприятия всегда стараются быть в курсе всех нововведений в сфере ЖКХ. В законодательстве жилищно-коммунального хозяйства на сегодняшний день очень много изменений. И поэтому специалистам Ульяновского областного водоканала быть в курсе всех событий очень важно. Подобные мероприятия важны для нас тем, что мы собираемся с разных регионов, и коммунальщики могут обсудить вопросы, нас интересующие, а также выслушать мнение авторитетных экспертов. Такие мероприятия для сотрудников Ульяновского областного водоканала в первую очередь руководство к действию. Все знания, полученные ими в ходе семинара, были донесены до коллектива предприятия. Татьяна Балова, Анжелика Брынок, новости Димитровграда.